Приветствую, друзья! Сегодня хочу вам показать вот такой Watch Winder. Я чуть вкратце инструкцию покажу, кому интересно, ставим паузу, читаем. Может, у кого-то есть такая штучка без инструкции, здесь как настраивать правильно. Это на немецком языке. Брошюрка. В общем, привезли ее с Германии. Она у нас выполнена из дерева, покрыта черным рояльным лаком и черная краска. Окрас такой очень качественный, крутой. Вообще штучка довольно тяжелая. А мы ее забрали с презентации, ее тягали туда-сюда по презентациям. И есть как бы кое-какие вот тут угол, допустим, обдертый. Ну такое, некоторые царапинки есть. Вот здесь у нас вход под блок питания. Нам ее отдали с вот этим вот блоком питания. 6 вольт 400 миллиампер, но мне кажется, что родной блок питания должен быть на 12 вольт. Я могу ошибаться, мы такую штучку первый раз взяли, но как правило такие вещи идут 12 вольтовые, то есть она от этой работает, но не знаю, может где-то погуглить можно, какой родной блок питания. Тут у нас такая завеса клевая, то есть выполнено действительно все качественно, добротно. Внутри так все отделано. То есть здесь у нас три пары часов ставится. Это на хранение, а эти на подзавод. То есть здесь у нас кнопки управления, можно выбирать влево, вправо. Здесь, кто был внимательный, вот количество оборотов 650, 750, 900, 1000. Это, по-моему, в час или в сутку, я точно не подскажу. Что здесь они пишут? Прум-прум-прум-прум-прум. 4 режима памяти есть, то есть можно на каждый режим отдельно запрограммировать, в какую сторону вращать, количество оборотов. То есть, ну, я не вникал, я такими вещами не пользуюсь, то есть кто пользуется. В общем, такая штучка нужна в двух направлениях. Первое, это можно ее использовать в рекламных целях, то есть закрыли, и у вас там вертятся часики прикольно, то есть красиво. Для рекламы презентабельно, самое главное. В общем, подключил я блок питания. У нас сейчас 10650 пишет. Итак, можем включить. Что-то он в эту сторону. В эту сторону. Это количество, наверное, вращений. Да, начал быстрее вращаться. Закрываете, и вот так оно у вас вращается. Собственно, сюда одеваются часики ваши. Потом вставляется сюда. В общем, я так и не договорил. В общем, первый вариант это для презентации. Второй вариант для автоподзавода механических часов. То есть, когда у вас в парке ваших часов есть несколько пар дорогих часов, которые вы время от времени меняете и не часто с ними ходите на руке, соответственно, постоянно их нужно подзаводить, чтобы постоянно не наводить по-новому, когда вы их одеваете. Вот использую такие штучки. Вы ставите, во-первых, это красиво, кто-то в гости зашел и видит ваши дорогие часики, да, вот так вот крутятся. Там, к примеру, электроны внизу. А второй вариант, это что вы часы в любой момент можете взять и сразу пойти, они уже будут с выставленным правильным временем, не надо перенаводить. В общем, штучку мы продаем вот так, как вы видите, вроде работает отлично, надо разбираться по программам, это уже мы не паримся. Привезли, проверили, в общем, вот так вот работает. В общем, с вас лайк за видосик, всего наилучшего, до новых встреч, с вами был Артур, пока.